Приветствую всех на канале GTNT, с вами Никита, и сегодня у нас распаковка X5 Touch. Согласитесь, что смартфоны стали частью нашей жизни. С их помощью мы ежедневно совершаем тысячи задач, поддерживаем связь с близкими, либо просто отдыхая, просматривая видео, либо прослушивая музыку. Но как быть, если вы хотите использовать телефоны там, где не ловит обычная мобильная связь? GTNT совместно с Turai нашли подходящее решение. И вот мы добрались до вершины топа модельного ряда Turai. Это единственный в мире спутниковый смартфон Turai X5 Touch. X5 Touch обладает всеми необходимыми характеристиками для ежедневного использования. Android 7.1.2 позволит вам скачать и использовать абсолютно любые приложения на этом устройстве. Две активных сим-карты совмещают в этом телефоне как спутниковую, так и мобильную связь. Закаленное стекло Gorilla IP67 делает данный телефон самым прочным в отрасли. Он защищен от воды, пыли, способен противостоять ударам, вибрации и экстремальным температурам. Телефон оснащен системами GPS, Beidou и GLONASS для максимальной гибкости во всех регионах, чтобы в любой момент вы могли узнать свои координаты и передать их дальше. Но все это было бы невозможно без мощного аккумулятора объемом в 3800 мАч, который сохраняет заряд в режиме разговора до 11 часов и до 100 часов в режиме ожидания. Ну что ж, приступим к вскрытию. Что ж, пожалуй, начнем. И внутри нас, как ожидаемо, ждет наш флагман Turai X5 Touch. На внешнем корпусе дисплея стандартные кнопки увеличения и уменьшения громкости, универсальная кнопка, на которой вы можете забить некоторые функции телефона, кнопка включения-выключения блокировки, закрытый порт для наушников, кнопка SOS для экстренной отправки SMS на заранее забитые номера, вход для зарядного устройства, тип C. Включим, посмотрим. Наш знакомый многим Android 7.1.2. Смотрим, что у нас дальше. Инструкции по эксплуатации. Подарок от Turai. USB-флешка. Вход для универсального автомобильного зарядного устройства. Сетевое зарядное устройство, провода и переходники на любую розетку. Так, что еще? Гарнитура. Еще один провод Type-C. Дополнительные заглушки и переходник с microUSB на Type-C. Собственно, на этом все. Если вам понравилось наше видео и оно было интересным, ставьте лайк. Если хотите увидеть еще больше новых видео, подписывайтесь на наш канал. С вами был Никита, я прощаюсь с вами и да пребудет с вами связь.